Нередко от жителей округа поступают жалобы на состояние контейнерных площадок. Они бывают переполнены, захламлены строительным мусором или становятся домом для крыс и тараканов. В жаркую погоду же последней каплей становится едкий запах из баков. Сотрудники Госатомтехнадзора совместно с представителями регионального оператора, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и администрации округа проверили состояние мусорных площадок в поселке Дрожжино. Особенно внимательно изучили вопрос дезинфекции баков. Все контейнеры, контейнерные площадки, балансдержатели должны обеспечивать чистоту этих контейнеров. Действующим законодательством предусмотрен административный штраф за невыполнение нормы требований по статье 8.2 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. На юридическое лицо предусмотрен штраф от 100 до 250 тысяч рублей. В ходе рейда были проверены несколько мусорных площадок на новом шоссе. Грубых нарушений по их содержанию обнаружено не было. Однако местный житель замечает, после того, как место сбора отходов перенесли от 11-го дома чуть дальше, на контейнерной площадке начал накапливаться мусор соседних многоэтажек. Баки быстро наполняются, а машина не успевает их очищать. Она приезжает, наверное, где-то в 8 утра, наверное, как раз уже забрали. А так, то есть после выходных вообще. Здесь и все выносят и диваны, и ну, всякую мебель старую, и матрасы, и все сюда, вот все, все вот только в одну эту помойку. Тем не менее, мусор здесь вывозят вовремя, в чем убедились участники рейда. Неприятный запах на площадке отсутствовал, что значит, не так давно здесь была проведена дезинфекция. На сегодняшний день по действующим нормам она должна проходить раз в 10 дней. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.